Пробую включить правильную конструкцию слайд-шоу. Вот, кажется, мне это удалось. Значит, итак, дорогие коллеги, я позволю себе сделать несколько... С одной стороны, высказать несколько соображений по поводу существующего комментария к высокой болезни, как комментария как такового. А и дальше в связи с этим предложить какие-то собственные дополнения. Значит, я уже и спрашивал у Олега Андрешановича, соавтора комментария к высокой болезни, согласие, что он на меня не обидится, и надеюсь, что действительно ничего обидного не скажу. Вот как, впрочем, и сам никогда не обижался, когда на разные мои комментарии выслушивал совершенно справедливейшие замечания Александра Константиновича, Александра Алексеевича и Натальи Николаевны Мазур. Вот, значит, как и любой, наверное, комментарий сегодня, ну, помимо потом комментирования реалий, комментарий Анны Сергеевой Клячес и Олега Александровича Ликманова включает в себя учет связи с литературной традицией, ну, или, как теперь принято говорить, интертекстуальности. Собственно, по поводу самого заглавия «Высокой болезни» комментаторы, ссылаясь на Лотмана, указывают на то, что это можно интерпретировать через «высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить». И рядом с этим у меня возникает ощущение, что в связи с соседством разговора о высокой болезни в первых же строках говорится о стыде. И в этой связи мне кажется, что есть... Ну вот тут опять я потом дойду до разговора о границах комментария. В этом случае заподозрить, не имеет ли высокая болезнь, так или иначе, противопоставленности болезни низкой, то есть стыдной болезни, употреблявшейся в начале XIX века, извините, я говорил, что в начале XX века, про начало XIX не знаю, недостаточно проверил, как синонима венерического заболевания. Значит, другое место, высокая болезнь начинается, вторая редакция «Высокой болезни» начинается словами «мелькает движущийся ребус». И, ссылаясь на Омри Ронена, комментаторы указывают, что Ронен предлагал прочесть этот движущийся ребус через стихотворение «Идеал», кончающийся словами «среди зеленолицых тоску привычки затая, решать на выцветших страницах постылый ребус бытия». В этой связи мне также кажется, по крайней мере, не лишенным основания посмотреть на употребление ребуса в другом стихотворении Аменского, в стихотворении «Поэту» в разделе «Четкости лучей и в чадной слитности видений», где, как мне кажется, на самом деле, может быть, я вообще не уверен в аненском происхождении ребуса, но в стихотворении «Поэту» мне кажется, что этот ребус может быть более для высокой болезни актуален. Нет, не уйти от власти их, за волшебством воздушных пятен, не глубиной манит стих, он лишь как ребус понятен. Собственно, Александр Архангельский, которого я сейчас буду упоминать, говорит о том, что ребусом является сама до известной степени непонятность высокой болезни. Вот почему-то не так все хорошо, как я. Почему-то мне приостановилось. Секундочку, извините, я этого не хотел.
Да, вот, собственно, обращение почему-то сделанное, на мой взгляд, точное, то есть, ну, обоснованное предположение Архангельского, что описывая приход на девятый съезд, свой приход на девятый съезд высокой болезни Пастернак, так иронически используя строку, пишет: «Проснись, поэт, и суй свой пропуск, здесь не в обычае зевать». Ну, здесь не в обычае зевать, наверное, может нам напомнить в будущем строке «Не спи, не спи, художник», который будет написан на 30 с лишним лет позже. Но по конструкции императивов и плюс обращения, вариации «поэт-пророк» действительно, как мне кажется, с полным основанием могут восприниматься как воздействие строчки «Восстань, пророк, и вишь, и внемли». Вот, значит, естественно и неизбежно, как в любом комментарии к тексту, вот как сейчас мы только что слышали в разговоре о Даре, тексты могут и должны комментироваться в сопоставлении с другими текстами Пастернака, что в ряде случаев сделано достаточно убедительно, но, вот скажем, утверждение, что с фронта шли пешком, нужно увязывать с тем, что Юрий Андреевич возвращается в Москву с Урала весной пешком, в то время, когда пишется «Высокая болезнь», впрочем, кажется, пишется немножко, не совсем в то время. Вот, скорее всего, все-таки речь идет о массовом дезертирстве и уходе с фронта 17-го года, а не в 22-м и не с Урала. И, соответственно, с большим основанием можно было бы вспомнить трудности при посадке на поезд того же Живаго из того же самого романа. Вот, значит, мне представляется, и я сам, наверное, отдал этому дань, что в сложных текстах, к которым, несомненно, относится «Высокая болезнь», иногда требуется пересказ, собственно, который сам становится комментарием. Вот, например, дурак, герой, интеллигент, горел во славу темной силы, что потихоньку по углам его с усмешкой поносило, комментаторы резонно пишут, что Пастернак под темной силой Пастернак подразумевал в первую очередь крестьянство. Однако дальше утверждение, что здесь темная сила может трактоваться как и нечистая сила, наверное, противоречит, собственно, или тексту поэмы, или для этого не дается достаточных оснований, в то время как мне кажется, что идеальным таким и вполне современным образцом или иллюстрации, нет, именно нисколько не влияния на Пастернака, а именно иллюстрации того, что в это время происходило, к чему комментаторы успешно многократно прибегают. Да, вот там, говоря о том, что на всех припала страсть к рассказам, вспоминают строки из стихотворения Есенина и фрагмент из платоновского «Сокровенного человека». Именно речь идет не о влияние, а о том, что здесь сыграло, описан тот же самый механизм, к которому обращается Пастернак. А вот я позволю себе продемонстрировать коротенький, ну, рассказ фельетон Евгения Замятина «Бяка и Кака» 20-го года, которые, как тараканы, завелись в пятерке у мужика. Владимир Михайлович, извините, пожалуйста, аккаунт Натальи Полтавцевой. Нельзя ли вас попросить, пожалуйста, вырубить звук? Потому что... Спасибо.
Спасибо, Екатерина Эдуардовна. Вот Бяка и Кака, хорошенькие такие, богомольные, мужик на ночь трирутится, поклоны бьет, а Бяка и Кака сзади спине мужиковой. Днем из избы ссору носили, по престольным праздникам в новых красных рубашечках мужика поздравляли, и до масленицы было как нельзя лучше. В общем, горели во славу темной силы. Ну, собственно, до пожара сейчас дойдет. На масленице мужик устроил пожар, Бяка и Кака кинулись со всех ног агарок тушить, да пусти ты, я потушу, нет, ты пусти, я мужика больше люблю, а ты так себе, я знаю, нет, я больше, а ты Бяка, я Бяка, а ты Кака, что ага, да в уз, да в рыло, и клубком по полу катались, и от агарка рубаха, от рубахи мужик, от мужика изба, и с мужиком с избой вместе Бяка и Кака от всего одна сажа. Вот горение во славу темной силы, высмеянное здесь, очевидно, указывает в частности не просто на, ну, такой, на язвительный взгляд Замятина на этот период российской истории, но и на соревнования политических партий, кто больше мужика любит, соответственно, может быть, с каким-то строком Пастернака в «Высокой болезни», это тоже может быть отнесено, когда земля бросалась на пики и на штык от книг. То есть, вот, ну, грубо говоря, бывшие эсеры с одной стороны, бывшие большевики с другой, и большевики с другой стороны – вот начинали соревноваться в делании революции. Вот фрагмент, к которому предлагается именно комментарий в виде пересказа, где мне кажется, где я бы хотел уже внести некоторую небольшую такую правку, если хотите, в то, что пишут коллеги. Значит, ну, говорит, замечательный фрагмент. «Уставал орел двуглавый по Псковской области кружа, стягивавшийся облавы неведомого мятежа. Ах, если бы и мог попасться путь, что на карты не попал, но быстро таяли запасы отмеченных на картах шпал, они сорта перебирали из щипанного полотна, везде ручьи вдоль рельс играли, и будущность была мутна, сужался круг, середели сосны. Два солнца встретились в окне, одно всходило из-за тосна, другое заходило в дне». Значит, коллеги резонно пишут, что российский герб, двуглавый орел, украшал царский пояс, круживший по Псковской области в течение нескольких дней, ну, впрочем, наверное, не нескольких, но это мелочь, потому что подъезды к Петербургу были отрезаны восставшими, это на строках здесь снова возникает образ облавы, причем облавы и мятеж оказываются синонимами, тут я не очень понял, чем теснее стягивалось кольцо облавы. Тут, видимо, да, коллеги ссылаются на стихотворение Нобелевской премии, тут, видимо, ее фактически цитируют. Тем меньше оставалось доступных, прошу прощения за печатку, для поезда объездных путей. Слышится почти неприкрытое сочувствие Пастернака судьбе Николая II. Действительно, и, ну, не могу не согласиться с коллегами, и что несомненно, являлось отчетливым вызовом и в 24-м году при первой публикации, и может быть, еще большим вызовом в 28-м году при следующей публикации. Выбор маршрута поезда сравнивается с выбором ткани на ощупь. Сорта перебирали из щипанного полотна, исходя из многозначности слова «полотно», которые обозначают железнодорожные пути. Ручьи, играющие вдоль рельс, объясняются наступающим мартом. Ну и дальше станция Тосна была занята революционными войсками, солнце самодержавие заходило в дне, пишут коллеги. Вот тут у меня два их возражения и уточнения. С одной стороны, сорта перебирали щипанного полотна, несомненно, берется от щипать корпию, выдергивать нити из старого полотна, из старой полотняной ткани для использования в качестве перевязочного материала, ну, вроде сегодня, ну, как то, что сейчас использовалось сравнительно недавно, как там, где сравнительно недавно использовалась вата, сейчас там другие средства применяются. А вот ручьи вдоль рельс, думаю, что указывают не столько на погоду,
как это делают коллеги, сами при этом на другой странице указывают, что в дневнике Николая указано, что погода морозная и солнечная. Сколько, может быть, здесь Пастернак прибегает снова к такой игровой шифровке, если рядом он описывает исторические события через станции Тосно и Дно, да, вот в Тосно начинается революция, а в Дне кончается императорская власть, то через станцию Ручьи на самом подъезде к Петербургу по Финляндской железной дороге проезжал в апреле 1917 года Ленин, вот въезжая в Петроград, и вот начиналось, собственно, восхождение солнца из-за Тосно. Вот. А теперь, собственно, два моих уже независимых соображения по поводу того, что, ну, собственно, вот говоря об комментарии как интерпретации, Олег Андрюшанович только что сказал, что комментарий не должен интерпретировать. Ну, да, действительно, наверное, красиво, как это и сделано в комментарии Сергея Викторовича и Лихманова. Собственно, интерпретирующая часть вынесена в предисловие. В предисловие. А я позволю себе вот к этой, наверное, интерпретирующей части добавить чуть-чуть за счет уже использованных коллегами, но и всегда использующих комментарии приемов. Вот, собственно, начинается поэма, мелькает движущийся ребус, идет осада, идут дни, проходят месяцы и лет, и в один прекрасный день пикеты и так далее, да, и снова выходят, входят, идут дни, проходят месяцы и годы, проходят годы, все в тени. Мне кажется, что, ну, собственно, опять же, мои предшественники указывали на связь высокой болезни с блоком и, прежде всего, с 12-ю. Но мне кажется, что, тем более сегодня в рамках лотмановских чтений, можно вспомнить, что идут часы, дни и годы, замечательно разобраны были Зара Григорьевна Минц. Идут часы, дни и годы, хочу стряхнуть какой-то сон, взглянуть в лицо людей, природы, России, сумерки времен. Вот наступление новой эпохи, которая описана в начале высокой болезни, да, по-моему, вполне созвучно вот этой стремлению к блоковского стремления к преодолению изоляции, изоляции во сне, как это у него, ну, в каком-то сне, как это у него становится одним из своих регулярных символов, да, рассеять сумерки времен, и тогда, наверное, и тени, которые появляются, и все в тени тоже, там будут дальше громадные тени, тоже могут из блока вытекать. Но вот дальше, да, приносят весть, сдается крепость, не верят, верят, жгут огни, взрывают своды, ищут входа. Мне кажется, что абсолютно убедительно, вот коллеги указывают, что кругом огни, огни, огни блоковская, но нет ли здесь еще и ну вот устойчивого в эту эпоху такого учета религиозного измерения революции? У самого Пастернака есть, например, в стихотворении «Русская революция», где говорится «грудью всей дышал социализм Христа». Вот рядом со словами «не верят и верят», и «не верят, верят, жгут, жгут огни», нет ли здесь упоминания, как бы аллюзии на фрагмент из 25 главы Евангелия от Матфея? Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Вот. Ну, вот опять же повторяю, вот тут это скорее речь идет уже об каких-то, наверное, так или иначе, интерпретационных моментах, и тогда встает вопрос о границах комментария, готовы ли мы это сюда впускать.
Ну и сдается крепость, собственно, вот тут же у нас бывшая, да, нет ли здесь, помимо Трои, рождается Троянский эпос, да, не только отречение Романовых и взятие Зимнего дворца, да, но и, может быть, самое близкое взятие Московского Кремля в конце октября 17 года, которое, несомненно, было взятием крепости. Ну и, наконец, значит, вот, помню, в самый день торжества есть такие строки, вот опять же, описывающие приход на 9-й съезд с пропуском, да, и помню, в самый день торжеств пошел взволнованный донельзя к театру с пропуском в оркестр, да, там, несомненно, работает вот это, ну, и реальное, и метафорическое соединение истории как театра, и театра как место реального события, да, ну, то, о чем вчера говорили коллеги в связи с Некрасовым. Но и когда дальше появляются слова о «мы были музыкой во льду», то мне кажется, что помимо музыки революции, о которой пишут коллеги, более чем резонно, мне кажется, что здесь могут быть предложены и буквальное вот такое, ну, если хотите, полубиографическое прочтение, если интеллигенция в лице Пастернака слушала 9-й съезд из оркестровой ямы, то они в каком-то смысле буквально оказывались музыкой во льду. Вот на этом я бы хотел свою презентационную часть завершить, а поскольку у меня остается еще чуть-чуть минут, я не истреблю их всех, не бойтесь, я оставлю время, сколь угодно, задать мне вопросы. Но вот вчера, ну, правда, понятно, что слегка шутливо, Сергей Николаевич сказал Вере Аркадьевне, что никак надо, не надо комментировать, такого вопроса вообще не встанет, потому что все гиперссылки будет такое количество, что сюда все влезет. А вот тут мне кажется, что на самом деле из разговора о комментариях как таковых может возникнуть следующий важный разговор о том, что именно развитие сверхмощных и прекраснейших компьютерных гиперссылочных возможностей в идеале должно бы нам, имеющим, как всегда хочется сказать, что мы еще не до конца устарели, да, нам дает возможность, ну, рекомендовать некоторые сценарии поисков в этих вот широчайших и бескрайних будущих эвристических возможностях. Спасибо, дорогие коллеги. Если у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы, я буду счастлив вам ответить. Спасибо, Константин Михайлович. Олег Андрюшанович. Да, я, как Александр Алексеевич, только с другим знаком тоже чувствую необходимость сказать некоторые лаверды. Спасибо за мягкую связь, во-первых, Александр Михайлович. Я ожидал более... Я так пригнулся немножко. Я понимаю, что вам было и больше что сказать, но вы меня пощадили. Вот. Я хочу такое, в качестве лаверды сказать только одну маленькую вещь. Может быть, это и не имеет отношения. Уж это точно, наверное, за пределами комментария. Но в связи со словом «ребус», который... Ну, вот этот знаменитый движущийся ребус. Нельзя ли здесь говорить отчасти как о ребусной, построенной по принципу ребуса, поэзии самого Пастернака. Дело в том, что как раз наблюдение там Романа Ивановича Тименчика «Парашют», «Берешит», и то, что делал, кажется, здесь присутствующий Михаил Иванович Безродный, некоторые его находки, и Жалковский. Действительно, ведь у него многие «Виноград» в «Сестре моей жизни» и так далее, что действительно ведь у него, конечно, приемов масса в его пастернаковском каком-то реестре приемов. Но, кроме того, просто такой прямой принцип ребуса, мне кажется, тоже чаще, например, чем у Мандельштама, уж точно, может быть, и так же, наверное, как у Маяковского, он встречается. И, то есть, нет ли в этом определении движущийся ребус, собственно говоря, просто такого самого
ну, от того, что Тименчик называет автометаописанием. Олег, спасибо большое. Так, а про это написано в статье Архангельского, на которую вы ссылаетесь. Но именно это является его пафосом, что все, все ребус. Ну, в общем, такая статья, грубо говоря, защищает, статья написана в 91 году о том, что ну, не могло же все это Пастернаку, правда, нравиться. Вот я показываю, что на самом деле ему все это не нравилось. Ну, некоторый перегиб 91 года, не более чем. Статья при этом масса замечательных наблюдений. Александр Николаевич Архангельский, да? Да. Можно? Да, Вероклин, пожалуйста. Спасибо огромное. У меня, конечно, не про Пастернака, в котором я мало что понимаю, а вот про последнее замечание, которое я глубоко поддерживаю. И я просто скажу то, что у меня как бы была мысль еще, пока я слушал Сергея Николаевича, но я как-то постеснялся это сказать, что на самом деле, ну, я думаю, что все мы, когда смотрим чужие комментарии, то интересно не только, что в них написано, а, ну, я не знаю, у меня так. Я всегда думаю, а как интересно, понимаю ли я, как человек до этого дошел? Понимаю ли я вот эти вот, значит, как у мальчика с пальчика, рассыпанные зернышки, по которым он двигался? Иногда понимаю, иногда нет. Вот когда нет, самое интересное. И мы ведь здесь, ну, это такое утопическое соображение. Мы излагаем, в общем, результаты, да? А вот, в частности, когда я Сергея Николаевича слушала, очень хотелось спросить, как ты догадался, вот, что это именно это? Ну, в каких-то случаях понятно, особенно когда сам Готье указывает. А вот когда не указывает? Вот, вот это, может быть, это какой-то, ну, я не знаю, задумка курсивом для каких-то будущих конференций. Вот чтобы с обнажением приема и, значит, это самое, закулисье показывать. Не знаю, можно ли это сделать, но мне кажется, что это очень интересно. И в этом смысле я очень поддерживаю. И, ну, я надеюсь все-таки, что машины нам помогают. Ну, не, вот Пастернака комментировать, никакая тут машина сойдет с ума, значит, взорвется, вот, и ничего от нее не останется. Так что пока еще не все потеряно в этом отношении. Спасибо. Спасибо, Верохина. Кать, там Георгий Ахилович тянет руку давно. Ой, я не вижу. А, да, Георгий Ахилович, в контровом свете плохо видно. А можно мне спросить? А можно вы будете после Георгия Ахиловича Левентова? Не против. Если он уже готов, то, пожалуйста. Он, безусловно, готов. Сейчас он включит себе микрофон и задаст вопрос. У меня этот самый разговор о ребусе, так сказать, провоцирует такой билингвический зуд. Что-то уж очень этот ребус на видном месте стоит и провоцирует, скажем, фразу «est modus in rebus». И вообще не найдется ли, в конце концов, простого латинского каламбура. Это первое. Второе, то, что вы совершенно правы насчет возможных подтекстов 12, но мне кажется, что рядом с ним ничуть не менее убедительно будет первая глава «Возмездия». Как кто меч скует, не знавший страха и так далее. Да, спасибо огромное, Георгий Ахилович. И про возмездие просто не поместилось. Мне кажется, что идут часы и дни и годы с возмездием связаны. Отлично. Теперь владелец аккаунта Наталья Алексеевна. Да, можно, да? Ну, спасибо большое за то, что вы обратились к Пастернаку, потому что, наверное, самый сложный для комментирования поэт – это Пастернак, ну, с точки зрения эстетики модернизма и его особенного стиля, связанного с авангардизмом и так далее. Но у меня вопрос такой вот все-таки в связи с тем, что комментарии могут быть действительны и очень субъективны, интертекстуальны и компьютеризированы, в том числе с гиперссылками. Если вообще существует такая методологическая проблема о точности и границах комментариев как литературоведческого вообще текста по поводу другого текста? Потому что точность и границы, мне кажется, это основа вообще комментирования, фактологичность как таковая. Мы можем в ассоциативном этом ряду пастернаковском зайти настолько в далекие дебри, простите, и гиперссылки компьютерные нам только настолько провоцируют к такому легкому пути, по сути, с помощью компьютера. Но ведь насколько это отвечает какой-то истине методологической комментария к тексту?
Это обширный вопрос, как я понимаю, кстати, Михайлович, вы выскажите. Ой, ну, понимаете, ну, я думаю, что, к сожалению, никаких здесь жестких методик не бывает. Нет, можно пойти по строго пути самоограничения и считать, что все, что значит, но с другой стороны, я думаю, что тут возможен и правилен путь, ну, например, скажем, во всех, грубо говоря, интертекстуально-ассоциативных вещах. Михаил Леонидович Гаспаров предлагал опираться на принцип трех точек, чтобы совпадала, скажем, тема, ритм и конкретное слово. Тогда это относительно надежная реминисценция. Если этих трех точек нету, то плохо. Значит, в свое время, да, очень давно, на заре интертекстуальных исследований Пастернака, Игорь Николаевич Смирнов предлагал в качестве Игорь Павлович Смирнов, извините, предлагал в качестве такой верификации, что поэт обращается дважды к этому источнику, если дважды, то тогда надежно, это точно. Но ведь тоже поди да скажи, ну вот мне дважды видится этот источник, а видел ли его дважды поэт, это большой вопрос. Но с другой стороны, да, конечно, задача серьезная, задача, собственно, и, собственно, то, что я сказал в конце, понимаете, я сказал, что Сергей Николаевич шутил, как мне кажется, вот, но отчасти шутил, но отчасти перед нами действительно, как мне кажется, серьезная задача, вот, ну, сформулировать некоторые вот сценарии эвристики в рамках, да, прошу прощения, что я затянул с ответом. Там я радостно вижу, что Сергей Николаевич хочет что-то сказать. Илья, да. Хотя мы уже выплеснулись за отведенные нам полтора часа, но давайте все-таки, безусловно, послушаем. Илья Юрьевич, пожалуйста. Не хочет, Илья Юрьевич? Забыл включить микрофон. Все равно не слышно. Не знаю, почему. Только мне не слышно, Илья Юрьевич? Никому не никому. Слышно. Никому не слышно. А. Нет. Не слышно. Может, Сергей Николаевич пока скажет, а Илья Юрьевич за это время настроит звук. Да, может быть. Сергей Николаевич, пожалуйста. А, да, спасибо. Ну, на место, на самом деле, ставить что-то несравненно часто цитировать, поэтому приходится ответ держать. Я думаю, что в условиях массовой компьютеризации и машинизации поисков главной задачей живого исследователя будет, может быть, не столько находить возможные интертексты, сколько отбраковывать их. То есть такая негативная задача. Отбрасывать нерелевантные, маловероятные, далекие просто по смыслу параллели. Вот это будет, наверное, труднее всего сделать машине. И именно в этом смысле я бы поддержал прозвучавшее здесь слово «сценарий» кандидатского поиска. Сценарий это именно означает, что мы сохраняем какую-то одну линию, а остальные более-менее отбрасываем, но держим где-то на заднем плане. Вот, видимо, в этом он должен состоять. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Да. Удалось вам наладить звук? Увы. Сейчас есть знак выключенного микрофона. Может быть, если теперь включить. Ну, к сожалению, может быть, вы напишете, Илья. А вот Георгий Ахиллович хочет что-то еще сказать. Конечно, пусть Георгий Ахиллович включит микрофон и скажет. Может, нет? Да. У меня
одно мелкое замечание просто к тому, что говорил Константин Михайлович. Дело в том, что эта идея, так сказать, двойного обращения к источнику, которая уже много лет приписывается Игорю Павловичу Смирнову, она, вообще говоря, была впервые сформулирована, я позволю себе это сказать, потому что не являюсь автором этой идеи, была сформулирована в нашей Семенчиком рецензии на книгу Тарановского. И, так сказать, там, ну, как бы основная позиция, что цитируется то, что уже цитировалось, но, так сказать, Игорь, несомненно, взял ее оттуда и, так сказать, я довольно часто встречаюсь с этой ссылкой, которая мне представляется неадекватной. Спасибо. Извините, Георгий Георгиевич, буду дальше, буду теперь знать правду. И найду рецензию само собой. Да, Олег Андрюшанович, ой, извините, Кать, я вторгаюсь в ваше полномочие. Нет, нет, собственно, они уже истекли 6 минут назад. Ну, совсем-совсем коротко. Я хотел сказать, что вот что. На самом деле, мне кажется, во всем случае, пока и долгие годы, мне кажется, так будет, что наше представление о том, что уже все введено в интернет, и там все есть, и нам останется быть только отборочка, мне кажется, она просто, ну, как мы сталкиваемся с реальным комментарием, не знаю, Александр Алексеевич согласится или нет, как автокомментарий к Дару Большому, тут же выясняется, что это не так. Огромного количества источников либо нет в интернете, либо пока, на самом деле, чего надо отвечать, они находятся довольно сложным способом. То есть не просто мы в Google что-то загоняем, а нам нужно искать пути, по которым мы уже находим источники и дальше с ними работаем. Поэтому я думаю, что пока нам роль отборщиков, ну, она важная, конечно, но пока нам сначала все-таки нам нужно ходить в библиотеки, смотреть какие-то книжки, довольно редкие, и там часто бывает очень много полезного. А кроме того, еще раз повторяю, в интернете научиться искать правильно. Вот, кстати, вот Александр Алексеевич, например, чемпион такого поиска, он замечательно умеет это делать. Вот, искать правильно просто какие-то источники. Так что я пока не стал бы уже такую утопию рисовать, что мы будем сидеть и только отбирать, значит, плохие источники. Спасибо. Илья написал свой вопрос в чат. Еще Александр Алексеевич хочет задать вопрос. Сейчас хотел задать примерно тот же вопрос, что Илья, о журнале «Ребус», который выходил много-много лет, и который в своем рекламном объявлении писал, что вообще и жизнь, и мироздание, и человек, и вся природа – это вечный ребус, и наука – вечный ребус, и там публиковались статьи о паранормальных явлениях. Так что мой вопрос – это вопрос Ильи тоже. По поводу комментария я уверен абсолютно, как и Олег Андрюшанович, что искусственный интеллект нас еще несколько поколений не победит. И хороший, грамотный комментатор будет, конечно, выигрывать у него соревнования. Поиск интернетом источников – это дело очень хитрое. И действительно приходится и отсекать, как сказал Сергей Николаевич, очень много, потому что вообще интернет выдает массу мусора. Массу мусора. И вытянуть оттуда что-то релевантное иногда бывает очень трудно. Второе, всякие методики поиска тоже самые разные приходится придумывать, чтобы выйти на нужное тебе слово или выражение. Вот. Но и последнее, что я хотел сказать, это такое замечание петербуржца по поводу доклада. Вернемся к докладу Константина Михайловича. Станция Ручьи. Я не знаю маршрут поезда, на котором Ленин приехал в Петроград в 17 году, но станция Ручьи, мимо которой я проезжал на дачу все свое детство, туда и обратно, находится немножко в стороне от финляндской дороги. И до войны, как я знаю от старших, вообще была товарной станции исключительно. Это не была пассажирская станция. И поэтому вряд ли Пастернак вообще о существовании такой станции знал.
Спасибо, Александр Алексеевич. Я... Не, про то, что была товарная, это я знаю. Хорошо, тогда, Вера Аркадьевна, я вам передаю бразды, соответственно. Да. А мы имеем возможность разойтись и выпить кофе. Безусловно. У нас есть 20 минут наших законных кофе, чая и, ну, в общем, кому что ближе. Вот. А в 7 часов встречаемся. Хорошо. И, дорогие...